Мы живем в России. Из множества народов, населяющих Россию, один из самых древних – это евреи. Религия евреев называется иудаизм, а главная священная книга – Тора. В удивительном еврейском календаре Торе посвящен один из самых веселых праздников – Симхат Тора, что означает «радость Торы». С этого праздника начинается ежегодный цикл чтения этой книги. Маленький рукописный отрывок из Торы содержит в себе мезуза, страж дверей еврейского дома. А в доме печется хлеб, называемый хала, для другого праздника – шаббат, который бывает каждую субботу. В давние времена на земле не было ничего, и Бог задумал сотворить мир. В первые 6 дней Он сотворил свет и тьму, воду и небо, растения, звезды, солнце и луну, рыб и птиц, животных и человека. А на 7-й день он решил отдохнуть от тяжелой работы. Этот день Бог назвал шаббат. С тех пор в субботу нельзя работать. Семьи собираются за праздничным столом, поют песни, читают Тору и еще рассказывают волшебные сказки. И каждая, как драгоценный камень-самоцвет.